Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Хочу сегодня поделиться очень вкусным, очень быстрым рецептом картошечки по бабушкиному рецепту. Для этого нам понадобится 10 картофелин. Я уже их нарезал вот так. Сейчас покажу, как нарезал быстро. Труда не составляет, и блюдо готовится очень быстро. Берем, делим картошку на 6 равных частей. Вот такие кусочки должны получиться. Понадобится нам чайная ложка соли и приправы. Приправы беру пряные травы, добавляю их по вкусу. Также мне нравится такая приправа — хмели, сунели. И здесь содержится зерна кориандра. Нравится в картошке. Готовится очень быстро блюдо. Довольно простое, но при этом оно очень вкусное. И немножко растительного масла. Ну, буквально примерно 3 столовых ложки. Перемешиваем это все руками. После того, как хорошо перемешаем, выкладываем картофель на противень и запекаем в духовке примерно минут 40 при температуре 180 градусов. Застелили поддон пергаментной бумагой просиликоненной и равномерно в один слой выкладываем картофель. Примерно вот так вот должно все получиться. Теперь в разогретую духовку убираем на 40 минут. Картошка и крылышки практически готовы. Осталось еще 5 минут и будем доставать. Картошечка вполне готова. Такая вот корочка хрустящая на ней появилась. Приятный очень запах. Аппетитно очень выглядит. Сейчас положу в тарелочку и посмотрим, как это все смотрится. Вот такое, друзья, получилось блюдо. Рецепт картошечки, рецепт приготовления крылышек и рецепт приготовления рульки вы можете увидеть у меня на канале. Все аппетитно, ароматно и очень вкусно смотрится. На этом, друзья, буду заканчивать. Концовочка у меня в 2 видео по картошке и по крылышкам одинаковая. Так что, друзья, если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Распространяйте это по соцсетям. На этом буду заканчивать видео. Если вам, друзья, понравилось, ставьте обязательно лайк. Делитесь с друзьями, подписывайтесь, если не подписались. Дальше будут еще интересные рецепты. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч, друзья!